Всем привет, всем привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». Ребята, вы давно просили нас сделать видео в формате мукбанг. Точнее, вам очень нравится наш формат «Пойдем пожрем». Там, помните, это с нашего канала основного «Пиратский путеводитель». «Пойдем пожрем». Вот. И сегодня, наконец, я все-таки решилась. Вот. Дело вечер. Вот. И я решила, так сказать, поужинать. Вот. У нас сегодня с вами на ужин будут вот такие вот пельмешки, ребятки. Вот, я их просто отварила солью, с этой, как ее, с лаврушкой, там с... просто добавила обычное масло. Вот. Дальше, у нас остатки нашего знаменитого салата. Вот, и у нас сардельчики, кстати, только что из микроволновочки еще шкварчат. И вот я сейчас взяла горчичку, хочу вот с горчичкой это все дело сделать. Вот, сейчас мы добавим сюда. Вообще, ребята, знаете, почему я решила сделать такой формат? Вот, я решила просто на самом деле поэкспериментировать. Вот, попробовать что-то новое. Потому что путешествие, это, конечно, хорошо. Мы развиваемся потихоньку. Но, знаете ли, хочется как-то немножечко хайпануть. А кушать мы любим, вкусно любим и так далее. Я, конечно, сейчас на самом деле немножечко переживаю, потому что у меня даже, видите, ручки трясутся. Вот. Надеюсь, все будет нормально. Тут это полдня, короче, изучала, как это все дело снимать, чтобы вот я попадала в кадр, понимаете, и вы... Кстати, проверю, снимает ли. Снимает ли? А, все снимает, все. Зашибись. Вот, понимаете, я очень сильно переживала, как это все будет. Здравствуйте. У нас такая горюченка. Так, ты нам сейчас не нужна. Вот, целый день вообще ничего не ела. Ну, проснулась где-то часа, наверное, в 2 или в 3, потому что до 8 утра делала ролик. Вот, для вас старалась, а ролик, к сожалению, как-то что-то не очень хорошо заходит. Вот. Я проснулась и выпила только, знаете, литр кефира. И все. Вот. И вдруг меня осенила идея сделать формат мукбанка. Вот. Но делать я это решила на втором канале. Так что у нас сегодня пилотный выпуск, так сказать, мукбанк. Пельмешки. Дальше... что у нас, как сардельки, вот салатик, который Вован делал, наверное, вы видели в инстаграме. Кстати, кто не подписан на наш инстаграм, обязательно подписывайтесь. И кто вообще меня первый раз видит, ребят, у нас есть основной канал «Пиратский путеводитель». Вот, и сделала себе чай вот в такой, как говорится, сиротской кастрюле. Ладно, давайте начнем кушать. Вот, вообще формат мукбанка — это когда люди едят на камеру. Ну, и что-то очень интересное обсуждают. Вот, этот формат к нам пришел из Южной Кореи. Он там, кстати, очень сильно популярен. А смысл в том, что сейчас все больше людей, как бы, ну, у них нету семей. Извините, ем как могу. Вот, ем даже руками. Прям не могу. Вот. Сейчас я эти выкину горошинки, чтобы легче было. Вот, в общем, люди с, так сказать... просто любят есть семьями, а не у всех есть семья. Ну, кто-то одинок и так далее. Вот, и они, соответственно, просто включают своего любимого блогера, выбирают какую-то еду, вот, и как бы сидят хомячат. То есть это как бы создается такой эффект, как будто вы там с другом, с подругой сидите. Вот, и, в общем, сидят вот так. В общем, где-то это формат, наверное, год или два. Знаете, у меня были мысли уже так сделать, но что-то меня каждый раз все останавливало. Но и тут я подумала, что жизнь-то одна, ребят, и нужно это дело, так сказать, не останавливаться. Потому что лучше сейчас начать, чем потом. Ладно, давайте. Барабанная дробь. Первая пельмешка. А буду стараться не чавкать. А наших... недоброжелателей, не давать им поводом меня оскорблять. Вот. Но если вдруг меня будут оскорблять, я же уверена, у меня будут защитники. Вот. И всех посылать в лес. Вот. Надо есть, пока горяченькая. Вот. А потом будет
Невкусно, невкусно. Но. Ну, у меня сейчас ложечка на работе. Вот. Ну, мне на самом деле как-то скучно есть одной. Ну, я решила с вами покушать, так сказать. А что бы и нет, совместить приятное с полезным, да? Пельмени, кстати, очень вкусные. Знаете, я там покупала, у нас есть такой «Отдохни», вот, есть такая фирма, вот, и там продаются пельмени, так сказать, готовые. Там, кстати, очень вкусные. Сейчас немножко сережка затравлю. Говорю, реально, сегодня вообще прям голодная-голодная. Целый день ничего не делала, ничего не ела. То видео монтировала, то что-то там ролики смотрела, то, знаете, залипла что-нибудь такое. И реально, у меня, наверное, какие-то проблемы с питанием, потому что, на самом деле, получается, что ем-то я один раз, вот. Ну, может, не один, может, два раза в день, да? Ну, опять горох что-то я там накидала очень много. Вот. Но ем, получается, много. Вот. Не знаю. По утрам себя вообще заставить есть не могу. Совершенно. Как-то у меня не прет. Вот. А вот вечером просто прям жор. Вот сейчас не поверите, сейчас на часах. Вот я сейчас смотрю, у меня там часы. 1 часов 15 минут. Могу доказать. Реально. Но сейчас устроилась на кухню. Папашка спать пошел. Но... То есть мне никто не мешает, мужа нету, вот, есть охота, как говорится. На часах 11:00, как говорится, пришла, пора покушать. Если вдруг вы сейчас со мной кушаете, ребятки, приятного вам аппетиту, вот, приятного дожору, вот. Вообще, знаете, у меня тут недавно на днях... Сергей, как ты быстро остывай. Тут недавно на днях написала одна девушка, что благодаря нашему каналу, нашей рубрике «Пойдем пожрем», вот, на основном канале «Пиратский», приходите, если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Да, кстати, это рекламная пауза, ребятки, ставим лайки, будет много лайков, будет много поддержки, много комментариев, то будем продолжать этот формат. Я должна же понять, что нравится вам или нет. Вам-то поставят и вообще. Если вам не нравится, ставьте дизлайк. Если нравится, то лайк. Ребят, ну, от вас не убудет. А, как говорится, а я пойму, стоит это продолжать или не стоит. Вот. Короче, женщина мне написала, что у нее 9-летний сын стал кушать. Вот. То есть у него какие-то проблемы тоже с едой. То есть он не ест. Вот, ну, знаете, бывает такое, что дети не едят, вот. А вот когда он нас видит, когда он нас слышит, он прям это, бежит. Такой, что, а, пойдем пожрем, пираты, Нина Вова. Вот. Знаете, мне на самом деле приятно стало. Да, я, конечно, надеюсь, что он до наших размеров, так сказать, не разъестся. Я помню тебя, Даня, кушай аккуратно, но, это, как говорится, но то, что мама даст, вот, так что слушайся, мама. Вот, и знаете, мне кажется, действительно, как бы, когда ведешь свой блог, вот такой, вот так вот, да, берешь, так сказать, ответственность, да, вот. И должен все-таки отвечать за своих зрителей. За то, что ты, так сказать, говоришь. Вот. Потому что в эту дырку можно не только есть, но и, так сказать, говорить вещи. Вот. Я искренне надеюсь, что я не опущусь до некоторых блогеров и не начну материться. Хотя раньше у меня такое было. Вот. Кстати, еще один плюс. Знаете, то, что когда ведешь свой блог, когда каждый раз себя как-то, не знаю, осекаешь, вот, ты как-то саморазвиваешь, то есть у тебя какое-то саморазвитие наступает. Вот. Вовчик тоже я, знаете, заставляю постоянно. Я, кстати, кто не знает, кто первый раз вообще на нашем канале вообще. У меня есть муж Вовчик. Вот этот Владимир Павлович. Вот.
Он же писька, он же какашка, он же жопа, вот, он же таракан, вот, а я его писькина жопа и так далее. Да, у нас вот такие вот таксы. Он легко меня может там скотиной назвать, знаете, там в видео. Я на это вообще внимание не обращаю. Знаешь, что он не со зла. Обычно он так делает, когда, знаете, когда он нервничает. Вот. Короче, мы вместе ведем канал. Вкуснота. Вот. Короче, я решила попробовать. Это пилотный выпуск. Понравится вам, не понравится. Я требую, просто требую от вас реакции. В виде лайков или дизлайков. Особенно комментариев, ребята. Вот. Если вам все дело понравится, если мы это видео соберем минимум 500 лайков, а я уверен, что мы легко соберем 500 лайков, то я сделаю второй выпуск. Вот. Также вы в комментариях пишите, что бы вы хотели со мной отведать. Да. Я сегодня полдня, извините меня, пи-пи-пи. Вот. Чтобы наладить вот эту всю систему. Я сначала хотела снимать на телефон. Вот. Потом так камеру поставлю, всякую камеру поставлю, понимаете? Формат мукбанка, чтобы попадала и тарелка, вот, и я, соответственно, там, с едой. Вот. У меня никак не получалось. И вот тут я, как говорится, нашу камеру, нашу кормилицу, нашу Соньку, вот, ее настроила, вот, и синхронизировала с телефоном. Вот, видите, я сейчас сама тут. Так. У меня как это, экранчик. То есть сейчас сижу, сама за собой слежу, как у меня тут все проходит. Что у меня тут с батарейкой? Села батарейка, ой-ой-ой-ой, батарейка. Слава богу, надеюсь, не сядет. Батарейку я поставила новую. Вот. Если вдруг отключусь, знаете, это села батарейка. Вот. Что-то у меня пельмени остывает. Медленно я ем. Болтаю с вами, блин. Вот. Если у нас с вами этот канал, так сказать, формат зайдет, еще будет хорошо, то все будет хорошо. Мы сейчас собираемся в Таиланд. Мне сегодня, кстати, наш турагент написала. Точнее, она вернула деньги, наконец, ребятки. Вот, потому что проблемы были, на самом деле, с Ангстуром. Вы же, кто за нами следит. Мы собирались ехать в Китай. Вот, а Китай закрыли в связи с этим коронавирусом. Вот. Яндекс.Тур не хотел возвращать деньги. Он хотел удержать деньги, ну, чтобы у него покупали путевки. Вот. Но в итоге наш турагент, хорошая такая девочка, зовут Валерия. Вот. У нее свое турагентство. Вот. Мы у нее, наверное, уже год 4 покупаем постоянно. В общем, все, что вы видели, все поездки были куплены у нее. Вот, поддержка 24/7. Если вдруг кому-то нужны будут координаты, пишите в комментариях, да. А вообще, я, конечно, на основном канале уже давала. Вот. Лайки, 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 не забываем ставить. Вот. Так что, такие пироги. Деньги нам все-таки вернули. Вот, путевку мы выкупили. Точнее, не выкупили, мы взяли ее в рассрочку. Вот. Рассрочка у нас от Альфа-банка. Там где-то 100 дней. Потому что у нас есть карточка. 100 дней. Вот, кстати, если будет интересно, я могу еще в формате моего банка рассказать, как в пассивной форме получать кое-какие деньги. Вот. То есть, деньги можно получать где-то в районе 1003 спокойно. Вот. Расскажу фишечки и так далее. Но, опять же, если у нас этот формат зайдет. То же самое, понимаете, просто так сесть на камеру и рассказывать, ну... Вот. Да, и почему, кстати, это видео я выкладываю именно на втором канале, на «Пиратская жизнь», потому что не хочу мешать мух с котлетами. Хотя, может быть, это, конечно, вкусно. Вот, не право. Вот. Так сказать, если зайдет, значит, вот здесь у нас будет влоговый канал, то у нас здесь будут храниться не только лишь эти, как их, не только стримы с основного канала, но... И, возможно, какие-то будем делать влоги. Потому что иногда бывают очень интересные случаи. Вот, и так далее. Кстати, ребят,
Если вы будете на нас подписываться, вот на этом канале, на «Пиратской жизни», возможно, я как впоследствии поменяю название, конечно, не уверена. Может быть, пойдем пожрем с пиратами там или еще что-нибудь. Вот. Чтобы у нас с вами была возможность делать стримы и вообще как бы, ну, простимулировать, нам нужно набрать 1000 подписчиков, ребята. Вот. Тогда я подключу монетизацию на этом канале. И нам с вами будет на что кушать. Вот так вот. Так что пока мы держимся на, как говорится, болевых. Питаемся пельмешками. То, что нарыто в холодильнике. Вот. Если вы хотите что-то... Если у нас, конечно, эта рубрика приживется, если мы соберем много лайков. Вот. Если вы хотите, чтобы мы что-нибудь отведали специфическое, там, я пиццу зажрали, а пиццу я люблю, чипсы, там, не знаю, какие-нибудь роллы, какой-нибудь пирог или еще что-нибудь, да. Я думаю, один раз в день-то можно, один раз в день, как говорится, не разожрёшь. Главное потом это немножко зарядкой позаниматься, будет все хорошо. Вот, если вдруг хотите нас поддержать, то по ссылочке в описании, там есть ссылочка на донат. Вот, можете, так сказать, отправить денежку и там сделать заказ. Вот. Типа, вот тебе 500 рублей, купи себе пиццу и съешь ее вместе со мной. Вот тогда. Ой, готова, так сказать, пострадать желудком за вас. Вот, кстати, да. На сосиски доедать, то не совсем стыдно. Проблема, понимаете, такая, что ты когда снимаешь и ешь, очень все стынет. И вот мы когда снимаем в путешествиях, да, на ту же самую еду, реально я постоянно ем холодное. Ну, прям вообще. Сейчас хотя бы вот камеру просто поставила, вот, свет выстроила, да, то есть ем, сижу спокойно. Вот. Будем развиваться потихоньку. Будем, так сказать, учиться вместе с вами. Пилотный выпуск. Пельмеши. Кстати, кто уже успел посчитать, сколько у нас было пельмешек? Здесь у нас внимательные люди. Очень интересно. Знаете, я прям первая минута, когда только начала снимать, вот сейчас вот, да? У меня же прям это, мандраж был такой. То есть как бы новый формат, там, туда-сюда. Думаешь, зайдет, не зайдет. Полюбасу будет дофига троллей, дофига оскорблений, знаешь, свинья сидит, жрет и так далее. Ребят, честно, вот на этом канале я, наверное, пока не буду удалять, потому что на пиратском путеводителе я прям жестко чищу комментарии все, всех удаляю, неугодных, так сказать, чаломбию. Это не чаломбию, а это... живота или кола у царицы просить. К сожалению, все только нарываются. Вот, тут я не знаю, тут я попробую, наверное, пока не удалять комментарии, вот, просто оставлять, вот, даже если они будут оскорбительные. Ребят, только единственная просьба, пожалуйста, матом не пишите, вот, а уж оскорбляйте, как говорится, Бог вам судья, как говорится, как плюнешь в колодец, так тебе и возвратится. Вот, как говорится, что посеешь, то и поймешь. Вот, так что комментарии я буду все оставлять, только матные выражения у нас просто не пройдут. У нас стоит на канале фильтр, который просто не позволит пройти всему этому делу. Вот, так что, ребята, последняя пельмешка за тех, кто в море. Как думаете, совсем будет некультурно, если я тарелку сейчас оближу? Не расстраивайтесь. У нас есть еще с вами салатик. Слава богу, он холодный. Вот это я отставлю. Чтобы, как говорится, ничего не мешало. Горчичка. Я люблю, обожаю прям с горчицей, прям хлеб ем. Да, сосиски, колбаски. Вот. Реально, вот я сейчас вот наемся, да, как поросенка. И пойду дальше монтирую ролик. Честно, прям как-то меня немножко изматывает. Ребят, знаете, что я еще скажу? Я не буду на этом канале делать монтаж. Как оно есть, так оно есть. Понимаете? Вот как вот вы меня сейчас видите, так все и будет. Вот. Потому что так я устала, блин, монтировать на самом деле. Вот многие думают, что это так легко.
А вот сидела вчера полдня, ломала голову. Как сделать картинку, как назвать. Ты, понимаете, чтобы вы посмотрели ролик, нужно, чтобы было такое интригующее название. Понимаете? Вот. И не всегда знаешь, вот как вот, так сказать. Ну, короче, сначала одно название поставить, потом другое, потом третье. Картинка вообще там. В общем, эти вот муки творческие, это я вам скажу прям такое, ну такое, ну такое. Вот. Кстати, насчет салата просили рецепт. Я же в Инстаграме-то выкладывала, вот, рецепт. Кстати, кто не подписан на Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Ссылочки будут в описании. Прям открывайте описание под видео. Вот. Все. И смотрите там. Вот. И, слушай, у меня сейчас что-то такая, как мысли много в голове. Прям не успеваю. То есть у меня мысли вперед летят. Короче, салат. Капуста шинкуется, соль добавляется. Вот. Немножко жмякается, пока она не даст сок. Вот, кто-то эту водичку сливает, мы оставляем. Вот, плюс туда добавляется тертая морковка, резанный лучок. Мы очень любим красный лук. Вот, плюс я еще добавила сюда укроп. Тоже опять это все дело, так сказать, жмется, жмякается. Вот, дальше сюда добавляется, ну, если килограммовый, например, кочан капусты, 3 ложки уксуса и 3 ложки сахара. Там никого нет. Вот. И все это дает настаиваться. Потом вот такой, знаете, как она как подмаринованная такая, очень вкусная. Кто-то еще яблочки добавляет. Вот. Так, про это сказала. Про что еще хотела сказать? А, во. Ребят. Этот канал, говорю, если у нас пойдет этот формат, если мы наберем 500 лайков, я буду развивать формат, потому что, в принципе, если не монтировать, если просто выкладывать, да, просто покушал полчасика, с вами посидел, красота, вот, то мы будем это дело развивать, но, чтобы мы могли, например, проводить стримы, вот, чтобы я могла подключить монетизацию, нам на этом канале нужно минимум 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Вот такие правила у YouTube. Вот, так что давайте сейчас поднапряжемся, подпишемся, как говорится, от вас не убудет. Вот, поставим обязательно лайк этому видео, вот, напишем комментарий, пишите все, что хотите. Готова всем, со всеми обсудить все, вот. Кстати, я постоянно отвечаю на все комментарии. Стараюсь, чтобы все были удовлетворены. Вот так вот. А там, глядишь, мы уже с Вовчиком будем вместе сидеть. Потому что я постоянно, знаете, я первопроходец, так сказать, в нашей семье. Сначала я что-нибудь всегда. Мне в голову взбредет. Я это сделаю. Вот. А он потом подтягивается. Он сначала и сниматься не хотел. И стримы-то он не хотел. Ничего не хотел. Боялся все. Вот. А я, как бы, ну, у меня мама всегда такая была, и я, видать, в нее. Ну, я как бы немножко посмелее. Вот. А сейчас-то, смотрите, на стримах меня вытесняет. Говорил такой, нафига тебе этот Инстаграм? Че тебе ты будешь с ним делать? Там ля-ля-ля, я сниматься не буду, себя снимай. А ща нормально, уже там позирует, там все дела. Растет помаленьку. Вот. Вообще, ребят, знаете, у меня такой вопрос возник. Почему мы вообще завели свой блог? Скажу вам так. Изначально я заводила блог для того, чтобы немножко побольше путешествовать. Потому что если бы мы, так сказать, чисто вот на свои, у нас бы получалось максимум раз в год, раз в полтора года съездить. Потому что жесткая экономия, там, знаете, там, товары по акции, здесь копейка, там, не лишнего, там, бокальчика пива, вот, потому что я, как, знаете, наивная насмотрелась, думаю, ой, вот тревел-блогеры, ой, они сейчас там зарабатывают дофигища и так далее, это ж так легко, там, ля-ля-ля, вот,
И когда я сделала свой канал, да, вот я поняла, что нифига это нелегко. Очень сложно привлекать вообще аудиторию. И секундочку. Я проверю. Вы снимаетесь, нет? Да. Вот. Говорю, на самом деле очень сложно привлекать аудиторию. Дай-ка секундочку. Как там и было. Вот. Понимаете, очень сложно на самом деле привлекать аудиторию, сложно реагировать на все эти выпады хейтеров, да. Вот, потому что люди бывают очень злые. Зачастую они просто даже не фильтруют базар, который говорят. Вот. Такое ощущение, что просто вот люди не боятся, что они как бы думают, что вот они тебе дистанционно это говорят. И когда, знаешь, когда ты вот говоришь человеку в лицо, ты боишься, что тебе прилетит ответочка, да, то есть вот так вот ап, и все, раз, и носик там это, кап-кап-кап. Вот, как говорится, и штанишки там с коричневой оплеткой. Вот. А тут, понимаете, люди не боятся совершенно, вот, и как бы совершенно не стесняются выражений. Поэтому я приняла для себя такое решение, что я не хочу, так сказать, людей... Ну, короче, я хозяйка, это мой канал. Вот, что хочу, то и делаю. Что хочу, то и ворчу. Вот. Так что, говорю, ребят, если вы вот прямо сейчас вот сидите и пишете мне комментарий плохой, подумайте, что жизнь, понимаете, она такая, как бумеранг. Вот кое-что вам может просто вернуться. Так что лучше не портите себе карму, не обижайте людей. Вот так. Ну, если вы просто обижены жизнью, ну, пишите, может, вам легче станет. Мне, как говорится, все равно. Захочу, оставлю. Захочу, уберу. Вот так вот. У нас видео там уже 26 минут. Чего себе. Длинное. Что-то вот, представляете, вот как накипело, да? Мне, видать, просто реально прям вот просто накипело. Может быть, это правильно, что я сделала вот так вот, такой, ну, такой формат. Действительно, иногда, знаете, просто хочется выговориться. Вот. Человек я откровенный. В принципе, знаете, жизнь одна, и чего-то бояться, мне кажется, нет смысла. Я, блин, сегодня целый день с мыслями собиралась. Делать, не делать, делать, не делать. Что-то боялась, знаете. Что, типа, а вдруг там, а сколько гадостей напишут. Ну, знаете, я все-таки верю, что у людей нормально все-таки больше. Вот, и наши защитники, ребята, всех там, оп. Вот. Ну что? Ну еще побыстренько сладое. У меня тут еще на сладенькое есть. Кто-то. Салат, кстати, божественный. Ребят, зайдите обязательно в Инстаграм, чекните рецептик. Вот. Очень вкусный салат. Прям советую. Говорю, сегодня целый день мучилась. Так камеру поставлю, всяк камеру поставлю. То на телефон, то на это. Ну что, мэм, получается. Потом, короче, посмотрела, как синхронизировать. Выставить камеру. У этой же маленькой камеры у нее нет окошка. Не видно, как ты себя снимаешь. Как ты получаешься. Потому что чуть-чуть там вверх, чуть-чуть там вниз. А тут я ее засинхронила с телефоном, и все нормально. Вот, приложушку. Все отлично. Вот, так что я ее не забываю, опять напоминаю. Мне как-то вместо вот этих ставок, которые я делаю, там, знаете, подпишись, поставь лайк, там, вот это. Почему постоянно вам приходится все напоминать? Ребят, неужели так сложно? Понимаете, для Ютуба это прям вот прям кардинально важно. Если вы посмотрели видео, просто ничего не написали, ничего не лайкнули и так далее, он воспринимает это как пустой, так сказать, просмотр. Значит, автор не вызвал эмоцию у человека, понимаете? Даже негативную. И получается, что он эти видео занижает. А у нас иногда там 10-15 тысяч просмотров, да? А лайков всего там 600-700. Где там остальные там 10 тысяч человек? Я, конечно, не прошу там, чтобы прям каждый ставил лайки, там, дизлайки. Вот, но... Ну, каждый пятый-то может же, да? Я вас верю, ребят. Ну, это легко. Вообще, человек юморный.
если мы с вами подружимся, так сказать, в этом формате, вы и я, то мы будем с вами кушать и пить, не знаю, анекдот травить. Я, кстати, неплохо так это подражаю. Бабушку умею изображать, понимаешь ли, внучок. А тебя что не ударили? Вавана подключу. Будем всякие омары кушать и так далее. Да, кстати, кто хочет нам заказать омара, скидывайте по ссылочке в описании. Вообще, наверное, будет этот выпуск смотреть наша одна из самых главных спонсоров нашего канала, Сандра. Сандра, передаю тебе огромнейший привет. Огромнейшее тебе спасибо за поддержку нашего канала. Просто вот если бы не ты, честно, мы бы, наверное, не выплыли. Ты прям вот в тот момент, когда, понимаешь, у нас прям вот тяжко-тяжко, ты прям поддержала. Прям вот огромнейшее тебе спасибо. Кстати, ребят, насчет, помните, я тут на последнем стриме-то рассказывала, что у меня мечта в бизнес-классе пролететь. Вот. Оказывается, такая фигня, что у нас в самолете, который летит из Нижнего Новгорода, тупо нету бизнес-класса. То есть все места... У нас Boeing 767-300. Вот, тупо все места, они эконом-класс. Вот. Я наелся, кстати, хорошо. Прям, знаете, когда голодный-голодный, прям это, как говорится, не росинки, не маковые росинки, и тут наедаешься, вот так хорошо. Вот. Короче, понимаете, только одни, так сказать, эти... Причем вот эти вот передние места, где вот это увеличенное пространство для ног, они также стоят $75, представляете? Но мы когда вот летали и всегда вот на эти места смотрели, всегда вот на этом пространстве, которое типа вот для людей, да, которые вот, ну там, купили там или забронировали, им повезло там, всегда на этих местах толпились люди, понимаете? Вот те, которые вот сзади сидят, которые просто ножки там затекли и так далее. И вот они там постоянно толпятся. То есть эти там раскинутся в своих дорогих креслах, да? Креслах, чреслах. Вот. А тут, понимаете, люди толпятся, да? И получается так, что то, что ты покупаешь и тратишь $75, ну, мне кажется, это просто обесценивается. И стоит ли они вообще того-то покупать-то? Мы с Вочиком приглядели в хвосте. Там в хвосте... самом, там, 46 ряд, там откидывающиеся сиденья, вот, и при этом там никого нету, то есть там огромнейшее пространство, то есть ты спокойно можешь откинуться, и никого нет. Плюс, там еще огромный плюс, там нет туалета, а это значит, что там не будут толпиться люди, вот. И мы думаем взять вот именно вот эти вот места. Как думаете? Напишите в комментариях. Все-таки нам покупать вот эти вот места за $75, потому что, ну, Сандра нам как бы помогла на это дело осуществить мечту. Вот. Либо все-таки оставить деньги и потратить на что-то вот более полезное. Так сказать, не знаю, омара попробовать, в конце концов. Как, знаете, в «Королеве бензоколонки», «Королева бензоколонки». Типа, что же вы изменили мечте? Как говорит, нет, просто мечту изменила. Вот. Вот мы не знаем. Как думаете? То есть, ну честно, ну вот купишь ты по 75, и будет перед тобой стоять народ. Ты будешь сидеть беситься, что ты тут, извините меня, выложил кучу денег, да? Вот, а тут люди, понимаешь, нахлебники. Не, я, конечно, всех понимаю, что людям хочется постоять и так далее. Ну, смысл тогда покупать такие места? Не знаю. Надо думать. Вот так вот. Слушайте, я вам там еще не надоела? Давайте все дружно напишем комментарий. Нет, хотим еще. Трави. Вкусно. Знаете, я вообще с подозрением отношусь к людям, которые плохо едят. Которые невкусно едят. Которые не умеют есть. Вегетарианцев вообще терпеть не могу. Они какие-то не от мира сего. Я, конечно, не хочу вас оскорбить, да? Но, ребят, ну, блин, человек по натуре... Человек у нас по натуре хищник. Вот. Последнее. Вот, видите, такой рассольчик очень вкусный. Это.
Все, с салатом я справилась. У нас остался чай. Чай с лимоном. Короче, человек по натуре хищник. Не знаю, мне кажется, это как-то это не есть. Не знаю. Ну, конечно, сам каждый сам для себя выбирает. Говорится. Но, я говорю, мы мясоеды. У нас хороший аппетит. У меня есть у меня щечки розовые, красивые. Но, тем не менее, я стараюсь держать себя в форме. То есть я. У меня как бы есть определенная планка, выше которой я стараюсь не подниматься. Я тут недавно, короче, начала делать зарядку. Вот, там 50 наклонов вперед, там по 20 наклонов там в бок, там, так как говорится, покрутиться, повертеться, там, знаете, присядку и планку. Планку делаю. Но правда, планку я делаю в конце, и почему-то у меня планка там 10-15 секунд, и я вот так. Знаете, вот так встаешь уже в эту планку, и у тебя ножки трясутся, тело все трясется. Думаешь, блин, сейчас сдохнешь, блин. Пипец, ну, как говорится, держишься. Вот, и знаете, вот я за пару дней 2 килограмма скинула. Плюс еще классные средства. Здесь еще орешки, кешью. Знаете, были в Таиланде и просто прям влюбились в орехи кешью. Вот сейчас вот в Пхукет поедем, тоже купим. Обязательно. Вот. И, короче, это... Про что это я? Так, чтобы вам было видно, что я ем. Вот. Вкусно. И, короче говоря, вот я просто стараюсь как бы не сильно разжираться, так чтобы не в такой степени. То есть немножечко держать себя в узде. Вот. Я, конечно, понимаю, что сейчас съела больше, чем среднестатистический человек. Но, блин, я уже точно знаю, что я больше сегодня есть не буду. На часах без 10-12. Ну, так. Ну что, нормально. Лишний раз отожмусь. Знаете, очень люблю смотреть по телеканалу ТНТ. А, не ТНТ, вру. TLC. Там есть несколько передач. Называется «Я вешу 300 килограмм». Вот. Дальше. Там что там? «Моя большая жизнь». Про Уитни. Еще там несколько передач. Вот, нам в основном, как, знаете, показывают, как бы, ну, болезни, вообще людей, как они с этим справляются. Мне просто интересно смотреть, как бы справятся люди, не справятся. Я говорю, у меня вот реально вот... Я курить бросила. Пить мы вот уже 2 месяца не пьем. Слава, даже не 2, 3 больше. Вот. Но вот жрать, блин, не знаю. Вот жрать я просто не могу бросить пить. А, тьфу, есть. Как-то... Не могу. Надо заканчивать. Вкуснота. Знаете, люди, что хочу сказать? Не важно, сколько вы весите, как вы выглядите. Главное, как вы себя чувствуете. Если вы себя чувствуете офигенный, красивый и вообще верно, то значит, вы такая и есть. Такая есть или такой и есть. Вот. А если вы себя будете постоянно гнобить, вот, то и люди к вам также будут относиться. Потому что я говорю всех. Всех хейтеров я посылаю в лес. Вот, как говорится. Говорится, ничего, милок, я тебе уже на спину плюнула. Вот так. Так что, ребят, жизнь одна. Проживите ее так, как хотите, чтобы... Понимаете, жизнь – это не игра, которую можно раз и поменять. Так что, ребят, я не призываю всех там это, не знаю, вино серьезно и так далее, там, рисковать и прочее. Не надо. Но и если вы что-то сделаете, то не бойтесь, все у вас получится. Ладно, давайте на сегодня заканчивать потихоньку. Вот. Если вам все понравилось, ребятки, не забываем ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Вот, лайки или дизлайки. Если у нас наберется 500 лайков, я продолжу этот формат. Ставлю условия. Каждый раз будем планку повышать. Как говорится, пойдем градус на повышение. Там, глядишь, и Вовчика подключу. Там, может, это по 50 граммульчик с вами выпьем. Что-нибудь песни попоем и так далее. Если хотите что-нибудь конкретное заказать, чтобы мы вот съели там в
поболтали, там тему там какую-то, то по ссылочке в описании можете небольшую денежку закинуть на Donut Alerts, либо на карточку Сбера. Вот, и мы постараемся обязательно выполнить все ваши просьбы. Ну, в разумных пределах, ребят, конечно, я там, не знаю, какое-нибудь говно есть точно не буду. Я, конечно, человек не брезгливый, но говно есть не буду. Ну, хотя за $1 000 000 я подумаю. Вот, так что, ребят, с вас лайк, с вас комментарий и обязательно подписка. Будет 1000, так сказать, подписчиков, будет, так сказать, 4000 часов подключу монетизацию, и, может быть, я буду выкладывать здесь не только мукбанг, но и вообще влоги. Так что, ребятки, я вас очень люблю. Вот, если вам все понравилось, пишите, комментируйте, заходите. Обязательно подписывайтесь на наш основной канал «Пиратский путеводитель». Вот, новый ролик скоро выйдет, да, послезавтра. Ждите. Что всех очень сильно люблю. За вас орешек вот съем. Видите, орешек за вас съем. Орешка. Всем пока.